Иди отсюда. Поганая оса. Вот снимаешь у моря, ведь вот. Там художество галереи, вот она. Солнце светит, вот художество галереи. Вот и снимаю море, шум моря, ведь. Я хочу, кстати, заснять, как море шумит, ведь. Интересно, вот интересно, правда. Это поближе сниму, как шумит море, вот. Там находится улица Лазаренберг, улица Одесса, там находится улица Одесса, я забыл, Лазаренберг там находится, знаете. Там находится вот там находится улица Одесса, я забыл, Лазаренберг там вот. Там сирена находится, здесь сирена, знаете. Вот и снимаю ведь шум моря. Это скалы. А сейчас буду снимать ведь море сверху снимали на видео сейчас. Вот шум моря снимаю ведь, пожалуйста. Хорошо здесь, хочу сказать, в Болгарии здесь в Созоблье. Здесь вид на море хороший. Тут в Болгарии в Созоблье. В Болгарии вид красивый, правда, на море. Море какое красивое, знаете. Это я, всем привет. Это я, Кирилл Дмитриевич Пиряков. Вот мы находимся сейчас в Болгарии, в Созоблье. Я с мамой Васильевой пока нахожусь в Болгарии. Скоро к нам приедет. Я сейчас один гуляю, вот. Я гуляю в Стамгороде. Сейчас. Сейчас поднимусь на эту гору, заснимуть. Шоу море. Машину лучше не снимать, а то водитель может дать по башке. Будет ругаться водитель. Водитель будет ругаться, дать по башке может. Его машину лучше не снимать, пожалуй, на видео. А море, шоу море можно снимать. Это не против закона, шоу море снимать. Уберите собачку отсюда, пожалуйста, я хочу пойти, я хочу туда пойти. Если не уберете собачку, тогда не пойду просто, укусит. Значит, не идут, если не убирать собачку. Если не убирать собачку, значит, туда ходить не буду, я сказал. Укусит еще. Пойдут они с собакой, тетя с девушкой, и я пойду к скалам снимать шум моря. Компанию там лучше не снимать, там видео там вот. А то может дать по башке, правда, мне компания. Дяденька лучше не снимать. Не снимать лучше. Они дяденька лучше не снимать, то. Дадут башки, да и все, мало не покажется. Так дадут башки, что мало не покажется, если снимешь дяденька. Чуть дяденька поставить незнакомых. Вот я снимаю раскопки ведь, вот. Раскопки снимаю, раскопки ведь. Красиво, хочу сказать, здесь. В стране Болгарии, в городе Созоблье в этом. Красиво, хочу сказать, здесь в Болгарии. Очень красивый город, Созоблье ведь. Это очень красивый город, Созоблье, хочу сказать. Хочу сказать, Созоблье это очень красивый город, хочу сказать, знаете. Вот я здесь гуляю, потому что музей закрыт, потому что у нас нет денег. На Миде хотя есть деньги, на музей есть. А на Паровск от Марина, на Карусель у нас денег пока нет. Поэтому я буду гулять здесь в Стамгороде. Поэтому я вот снимаю шум моря ведь. Вот море шумит как. Красиво, хочу сказать, вид на море. Миди стоит 1.20 евро. Это ерунда. 1.45 это тоже ерунда.
с подстойной мини 2 делать, тоже ерунда. А то, если стоит вход 2 делать, это ерунда для меня. А то, что стоит эспадрилья, это дороже, где стоил быть. Вадил в музей стоит, это ерунда. Пустяк такой, пустяк, ерунда. Один лев в туалет стоит, это ерунда просто, один лев. А на карусель стоит, она проводится от Марина. Знаешь, умолит. Да, лучше не спускаться. Лучше не спускаться, но можно упасть там в море случайно, со скалы в море. Море. Один лев стоит на туалет, это ерунда просто, ерунда. А это она проводит Сан-Марино стоит билет, да, обратно. Сан-Марино и обратно билет, сразу стоит 4 лева, да, это уже большие деньги, это уже дорого. А в Сан-Гринлайт проводится к Сан-Марино ехать и обратно сразу это уже дорого стоит, это уже большие денежки надо платить. Дороже стоит. На карусельях это 4 лева, это дорогое удовольствие. На автодроме тоже дорогое удовольствие. А на лошадях еще дороже. Надо платить большие деньги просто. Сейчас пройдусь ведь там вот. И засниму сейчас шум моря. Вот чайка летит, пожалуйста. Пожалуйста, сейчас. Пойдусь по скалам, да и все. Поснимаю там шум моря ведь. Вот. Снимаю сейчас эти. Осторожно, чтобы не упасть со скалы в море. Пожалуй, надо идти здесь, чтобы не свалиться, не разбиться. А то разобьешься, будет мне хана просто. Будет пиздец полный, если разобьешься. Мне пиздец будет, если разобьешься. На камне. Я будет кирдык мне. Разобьешься, пожалуй. Лучше идти осторожно по скалам, просто осторожно лучше идти так, не разбиваться, не падать. Вот птицы летают ведь. Вот камни есть, вот там вот. Хорошо здесь, правда, бывает. Хорошо здесь бывает, правда, здесь. Хорошо, правда, здесь. Сейчас еще одну скалу засниму сейчас на видео. Еще одну скалу засниму на видео. Только осторожно подниматься по скалу. А то если я разобьюсь, будет носом. Будет мух носом, будет пиздец мне полный. Пиздец нахуй будет. Не, если я разобьюсь на скалах. Будет пиздец мне просто нахуй. Вообще будет пиздец полный. Будет полный пиздец, если я разобьюсь на скалу здесь, на камне. Будет хана мне, если разобьюсь здесь, на камнях. Лучше не падать, не разбиваться, блять, лучше. Подобанешь носом, да и все. Будет пиздец. Будет вообще... Будет хуя будет, если разобьешься на камнях. Будет вообще хуя, будет хуенно. Хуй будет мне. То же самое, с чего волос ужалит, мне будет хуй, пожалуй. Самый настоящий. Будет вообще хуе будет, с чего волос меня ужалит. Там остров Святого Ивана. Хочу сказать, пока не здесь. Людей лучше не снимать, а то собьют нахуй, да и все. Дадут в башке нахуй, да и все. Будет пиздец мне полный, садут люди в башке. Будет пиздец мне полный, садут люди в башке мне просто. Вот и все. Чайка летает ведь. Не
пиздец будет, если я засниму все это место на скалу. Будет пиздец мне. Все их забьют, будет пиздец мне полный. Мне пиздец будет, если забьют мне люди. Хорошо видно море здесь, хочу сказать. Если сорвусь из скалы, в море упаду, будет не пиздец будет. Ровно пиздец будет. Все. Отобьюсь, бухну с мап на скалы. Будет пиздец, пожалуй. На скалу очень не лазить. Это будет пиздец мне просто, если я упаду в море. Если упаду со скалы в море. Будет не пиздец будет, не пиздец будет. Если упаду в море тогда, будет мне хана. Если в море упаду с носом. Вот раскопки какие красивые, раскопки какие красивые, раскопки некрасивые, некрасивые. Красиво, хочу сказать, в аварии здесь. Красиво, хочу сказать, вид на море здесь красивый, показываю, хочу сказать. Вот море как шумит, знаете, море шумит как. Красиво, хочу сказать, вид в Болгарии. Очень красиво здесь в Болгарии. Там лучше не ходить, а то вдруг рухнешься. Упадешь со скалы, это будет пиздец мне полный. Будет вообще пиздец будет, если я упаду со скалы. Там уж не карабкаться, будет пиздец, если я упаду. Ух ты. Если я рухну на камне, будет пиздец мне полный. Будет пиздец нахуй, если руку на камне. Будет вообще пиздец мне будет. Вся рука в камне. Все, как я расходил. Хотел бы расходить. Вся рух на камне. Не пиздец будет, то есть вся рух на камне. Не пиздец будет, не пиздец будет. Если я рухну на камне головой, на скалы. Будет мне хана. Вот напросто. Я рухнул, мамой, там камни, пожалуй.
Пора пойду к отелю фьорд найти. Машину лучше не снимать, машина.